Сегодня моя тема – сила свидетельства. Я хочу приоткрыть для вас сегодня эту духовную тайну. Я не хочу, чтобы она оставалась для вас и впредь тайной. Я хочу, чтобы это было часть вашей жизни и часть вашей судьбы, в которую вы ходите в божественном благословении. Мы говорим сегодня «сила свидетельства». Мы говорим о том, что Бог есть Тот, Который вчера, сегодня, во веки тот же. И в чем есть огромная победа, которую мы имеем? Почему мы должны научиться, а для этого заставить себя делать этот шаг вперед, делясь славою Бога в нашей жизни? Я прошу вас, давайте откроем для начала Откровение. Это последняя книга в Библии или в Новом Завете вашем. Последняя книга Откровения, 12 глава. И мы читаем из 10 и 11 стихи. 12 глава Откровения, 10 и 11 стихи. Я хочу, чтобы просто сегодня Дух Божий открыл твое сердце к пониманию. Просто в Духе Святом, буквально перед тем, как ты начнешь читать этот стих, я хочу, чтобы ты помолился: «Господь, открой мое сердце, расширь для меня понимание Твоего Слова, что Ты хочешь сегодня сказать мне, скажи, и дай мне это практиковать в жизни во имя Иисуса Христа». «И услышал я громкий голос, говоривший на небе: ныне настало избавление, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющих их перед Богом нашим день и ночь. И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Я благодарен Богу за то, что в этом слове есть особое послание для церкви. Свидетельство о славе Божьей есть не что иное, как декларация или как свидетельство, которое мы утверждаем о Божьей мудрости, Его могуществе, Его доброте и справедливости. Это декларация. Мы говорим, это документ, который мы провозглашаем. Мы говорим: Бог живой. И Он живой в моей жизни. И Он есть победа в моей жизни. А теперь слушайте, что говорит здесь.